Ваня, да я буду открывать. Ну да, мне поможешь внимание. Стоит? Он сейчас перенесет, но открывает. Делаем. Пожёстче немножко, пожёстче пособрать. Таким образом, да? Пожёстче пособрать. Пожёстче это не посильнее, пособрать в теле. Пожёстче, значит, пожёстче в технике. Но не попадает на мой, сюда мне. Атака. Чё, атака, нет, смотри. Чё, голову вон сюда, я там чё, у меня голова здесь. Больно, правда? Они должны быть злобны, приятно. Задняя нога, посмотрите. Пусть. Сейчас поработаем только это действие, потому что идет очень грязная, неаккуратная работа. Вы отбивали все ноги, да вы не должны по себе отбивать. Все-таки эти карате занимаемся, они идут. Куда мы? Понятно. По наковальне берите. Также пока стоит, да, вот локти здесь внутри. Поднимайте ногу. Очень ровно, очень грациозно заходите в голову. То есть все очень просто. Только в акробатике. Здесь ход, здесь движение. Свободно, все легко. И смотрите дальше. Вот сейчас поработайте раз, смотрите, раз, два. Опа, здесь. Должна быть такая плюшка на голову. Сделать с легкостью взмаха крыла. Руки отвлекают? Не то, что отвлекают. Руки выводят ногу. А дальше получается, понимаете, один движение. Они не то, что отвлекают, они и ведут. Раз. Смотрите, если отвлекаться, я вам покажу еще одну технику для мастер-класса. Сейчас просто дистанционно. Раз. Вот он свободно. Вот смотрите, когда вы держите руку, вот здесь кисть должна быть сгибана. Так она плечи усиливается и ногу нога сбрасывает. Если будет так, вы сами себе получите. Вам будут башку выстегивать, знаете как? Хо-хо-хо. Нормально, чтобы я видел боевого парня, а не стоящую такую вещь. То же самое. Сюда, здесь положение. И когда, смотрите, вот здесь смотрите. Раз, два. Не, работа легкая. Двигайся. Двигайся. Мне нужно двигающаяся цепь, которая очень сложная. Двигайся, да? Легко. Нет. Убегай. Сразу импульсом ударил. Задание понятно? Вперед поработали. Девочки, ногу грациозно через бедро. Сейчас еще мы закрутим, когда выберем. Не важно, что нам нужно корпус сюда, пальцы сюда. А нужно все. Здравствуйте. А здесь вот ручка. Бедро нужно ставить. Потому что сейчас вот это будет два делать. Передуйте один на два. Вы сейчас поймете, если бедро стоит неправильно. Работать не буду. Вперед. Двойку на ногу. Ну а что это вот дрыгание там, тын-дын-дын, да непонятно, что такое. Ну что дрыгаться? Ну можно так попасть на грани фантастики. Прыгается. А когда тренировка это опор на ноги, здесь, ты должен еще стоять, еще и тон скину сделать. Даже не стоять на одной ноге. Сейчас после этой темы там, здесь вот работа, да, где-то 2, 3, да, там вот, и задница, вот здесь 4, да, легко вот здесь своими ногами, совершенство. Два минимум, но с полной ходкой у меня сейчас. Посмотрите, раз, вот забрали, два, чтобы вы стояли. Борьба на одной ноге, все. Нет, ну так, так. Пол, здесь она. Вперед. Вот, вот. Бедро ставьте. Раз, вот забрали, два. Раз, забрал. А бедро пускай, как вниз, не взять. Слабо, это нереально. Это уже здесь, да? Контролируем ситуацию. Контролировать скорее всего ногу и его. Так,
Я не буду делать, ты будешь делать. Да. Делаю. Второй не работает. Боком мне. Ну, вот, стол, не важно. Сейчас поработаем. Еще одну форму. Сейчас комитет, а сейчас упражнение. Работаем, можно с передней, с задней, без разницы. Поработаем с передней. Значит, смотрите сюда. Сюда движение. Раз, два. Здесь контроль, да, очень аккуратно. Здесь. Раз, два. Маваши, маваши, какой ты смотришь. Здесь, да, движение. Значит, ногу в пол, пружинит, степовая работа. И выкидываем. Здесь работа. Ярко не бей, это было засыпано. Мокрый. Но это немножко медленновастенько, да? Поэтому вы молодые, вы должны максимально. Ну, пока хватит 2-3 раза тянучка, потом разрабатывайте. Разрабатывайте. Как живет? Вот сюда. А я защищаюсь только одной рукой. Ваша задача носить сначала не быстро, и потом быстро начинать кизами, вверх, передний малаш и так далее. Ну, обычно классик. Обычно что делают в таких случаях? Делают разнонаправленные техники. Да? Там кизами, вверх, да? Передний ногой малаш. Жутан, цуки и так далее. Моя задача не трогать заднюю руку, работать такой передний. Давай, смотри. Ты раз начинаешь работать, выполняешь техники какие-то. Ну, давай я начну уклонить, а ты только защищайся передней рукой. Используешь подставки закрытия, опускания, выдавливания. Готов? Кто-то бежал, пустой. Сейчас пока на месте, не надо сейчас нигде бегать. Можно там, конечно, не бегать, и не нужно. И тут я сбиваю что-то. Сбивать ты должен. Смотри, я делаю сейчас. Не, спокойно, я делаю спокойно, как будто 10 минут. Раз, два, 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 два. Спокойно. Его задача реагировать на движение. Не только за счет дистанции, а за счет того, что сработал. У другого идет, да? Где-то. У меня идет. Я объяснял технику малыша. Ты задний кил. А переднюю кидай. Тушь кидай, как угодно. Вот ты заднюю сейчас руку раз. И костяшкой, ну понял, да? Хо-хо. Не да ничего. Я понял. Яков. Ну, ножку используй. Ты в меня бьешь. Чем ты в меня бьешь? Задача понятна? Сейчас нужно понять, как заработаться. Вперед. Зачем я только перейду? Выстраиваться, чтобы вы видели и использовали только если он диаб делает, допустим, да?
дякую, меня надеюсь. И всякие что, всякие голову ломашки бейки, всякие движения, ну только не перед ним, а если я руку не поставил под затыльник с ноги, так и не научусь. Я буду там не реагировать. Это, смотрите, что происходит. Когда я так встал, если здесь реакция руки, то руку лучше опускать. Где бы сделать? Вверх. Видите, попадает в предплечье. Он не попадает в грудки. Это функция безопасности, если он, допустим, здесь, по вашему голову задний. Здесь движение, защита. Здесь дьяку сразу. Дьяку задний. Дьяку. Здесь работа. Вы должны быть очень гибкие и очень моторные. Только задний. Это сложно. Как вы сидите, сцените себя, приведите. Сейчас давайте поработаем в ту же технику, да, уже сейчас, ну а потом еще добавим, потому что просто время тикает. Я просто хочу говорить, не смотрели на время, смотрели на то, получили вы сегодня что-то, или вы просто сдохли? Я сказал, а, блин, я потренировался, я ничего в голове не осталось, и как у меня, я ушел. Это первые стадии, потом он должен отойти. Сейчас поработаем с техникой, вот то, что я когда тему захватывал, как пусти, да? Вот сейчас смотрите, вывод. Глаза! Все, движение ушло. Задел движение. Ну я делаю, давайте, это не быстро и не медленно, просто медленно сейчас давайте выполним. На самом деле это техники, без которых сейчас вы нужно выходить на серьезный уровень. Вот вы приехали на сборы, возможно, ваш уровень подготовки. Ну что ж, чемпион, вы вообще не делайте это. Если не делать, вам будут давать другую методику. Может вообще не будут давать объяснить. Понимаете? Движение. Понятно, что никаких закрепощений, сейчас просто, смотрите, выход, рука пошла, медленно, раз, там, смотрите, вторая перекрывает, и сразу по диагонали освещает. Чуть дальше я могу сделать бинты. Вот именно такая форма двигательная. Я понимаю, что вот он, ты, вот сюда, Серега. Я сделаю медленно. Сообразил. Нет. Переход свой. Поменяй ногу. Дизайн перевод на гербовый переход. Там Миша, я видел, делал движение. Нет. Ну вот это все делать, все переход, ну. Давай, что там случилось? Ты забыл? Да? Да. Ну да, но видишь, что переход побежал. Должен быть около него и работать. Корпусом не проваливайся. Ну, понятно все, да. Вот у меня, чаще нет, тоже. Вот здесь и вот здесь корпус вот так идет. Ну, понятно, ты сделаешь, да, против чайника какого-нибудь. Может, еще кто-то вообще там не понимает. Здесь ты сместился, пошел, тоже не надо это топание лишнее, какие-то нагрузки, дрыгание головой, там всякие эти вещи, конвульсивные. На первых порах, чтобы душ принял, наверное. Душ принял, да. Здесь нога. Движение пошел. Вот хики, да? Как бы ты смотришь сейчас. Давай, сделай.